всей души вас поздравляю с большим событием, собранием акционеров. И, конечно же, вот с такими победами, которые КАМАЗ добивается в такой сложный период. Рахмат сизга, умушлар сизга барыгыз. Спасибо. Вообще КАМАЗ, конечно, впечатляющими темпами движется в сторону модернизации своего производства. Здесь реализован прекрасный проект по импортозамещению. Я хочу большую благодарность высказать руководителям проекта в лице Александра Васильевича Рыбакова и Альберта Визингера. Мы видим, что за последние два года прессоворамный завод меняется на глазах. Нам еще много предстоит по пути модернизации производства сделать, но сегодня есть уверенность, что мы с этим справимся, потому что все первые этапы мы сделали очень хорошо. Огромное вам спасибо и с началом вас праздника.